Вот этот снимок я сделал в 2004 году. Вот, даже адрес до сих пор помню. Это память Яковлева. Вот. Сделал я поздно ночью для того, потому что днем они не смотрелись. Вот. А давайте поищем память Яковлева вот тут. Смотрите, мы с вами уже видели вот это вот, видели, да? Похватался. А теперь смотрим, что такое груша. Вот они, которая нам предложит. Я когда-то веточку срезал, результат вы видели, а? Ирина Александровна, как вам грушки? Память Яковлева. Вкусная? Так вот, этот список, он не такой яркий, как у этого Тоторова. Он такой, как что-то видно. Мне видно. Читаю. Скороспелка Мичурина, 40 черенков. Берем. Лютневая. У меня лютневая своя есть. Значит, вряд ли я у него возьму. Вряд ли будет так много, чтобы еще и его резать. Вообще, за зиму я штук 100 заказов удовлетворю. А больше и не будет. А может, 50. Нарядная Ефимова. Космическая. Берерания. Берерания у меня нет. Мраморная. Замечательный сорт. Лесная красавица. 50 черенков. Надеюсь, это все выйдут в дело. Гигант Подмосковья. 28 штук. Это все. Я свой гигант резать больше не буду. Все, хватит. Вот 28 черенков для всей страны. А почему я вспомнил? Потому что где-то тут была... Да, ну память Яковлева у меня своя есть, так что, а он не предложил. Ладно, но у меня память Яковлева полна. Яблони предлагает, товарищ, да, смотрите. Квинтин у меня свой есть. Так, лимонка, 16 черенков предлагает. Это те, за которых у меня это самое, последние вот эти вот волосы выпадут, когда меня будет вспоминать, долбить. Короче, первый 60 человек получит лимонку, но не дальше. Апорт кровавый всего 20. Бельфер Китайка 40. Голден 20, у меня своих полно. Формел 10. А формел у меня нет. Абрикос рыжий 43. И, внимание, поздний Филиппиева. Супер сорт, поздний. Вот я его ставлю наравне с моим этим самым супер Серафимом, который тоже поздний и крупный, и этот 100-граммовый, и тот. В общем, это два сапога, это два выдающихся сорта. Мой и Филиппиева. И вот в данном случае уважаемый Чернобаев предлагает их 40 штук. Вот так. Так что, в отличие от прошлого года, удовлетворю. В прошлом году я резал свое дерево, аж плакал. Так деньги нужны были. Персики 12 штук. Плюс неполноценные. Ну что такое неполноценные? Два таких черенка должны заметить, один вот такой. Поняли, да? Тогда получится, что он еще нарежет, ну, штук 20. Все. Мои персики пойдут Сергею Железову на питомник. Вот, вот уж берут и это. Как он до сих пор, вот сколько мог их напрививать вместо яблонь тех же, которые вот сейчас Жигулевские продать не может. Это вообще смех и грех. Персики, которые из рук рвут, не мог напрививать, сколько влезет. По двое абрикосовых полно у нас, сливовых полно. Где-то он эту ошибку Сергей сделал. Вишня Жуковская 20 штук, ну хоть 20. Вот так, все. Вот эта фотография, это как бы узелок на память, чтобы я еще раз вернулся к теме, черенков. Получится-то я, наверное, посмотрю еще, чтобы четко ясность была. Память Яковлева в скобках Железов, допустим. Поздний Филиппиева в скобках Чернобаев. Вот, или там, допустим, Сувенир Востока в скобках Тоторов. Вот, наверное, так я буду делать. Вот, каждому свое. И я был поражен. Впервые я ни разу ни у кого никогда ничего не просил. В Чернобаевском саду я хозяйничаю, потому что и там из каждых 10 черенков привитых 9 моих. А здесь
совершенно самостоятельная личность Тоттер. Умный, грамотный, работящий, толковый. У него он выписывал. У него своя уникальная коллекция. Но если там где-то у него завелась там это самое гигант Подмосковья, там я виноват. Вот. Но это редкий случай. А так он полностью, как сказать, самостоятельно, как самодостаточная личность. Вот. Поэтому, наверное, я буду везде сколько ставить фамилию. Кому вы обязаны будете? И чья фамилия? Потому что не было траура по Байкалову. Ушли из жизни такие личности, которые какой там, как вы говорите, куда смотрит министерство этих самых сельского хозяйства. Кто вспомнит это? Бородича, кто вспомнит Сошникова, кто вспомнит Девицкого, кто вспомнит Боднара, это все уже на том свете, представляете? Я не знаю, Бельтяевский жив или нет, это вот первое поколение. Мы, вот эти вот ребята, Тоттеров, там, Чернобаев, Филиппов, Железов, это самое, Жестовский, это второе, это вторая волна. Мы улучшили все, что было. Мы расширили, мы добились, мы доказали, мы закалили. Но то первое поколение, я вот еще, ну уже почти все, 10 серий снял, называется «Великие притечи». Вот. И хватит здоровья, ну еще пару серий сниму. И все равно просмотров от 100 до 300. Ну что это, кому это надо, для кого я стараюсь? Вот. А когда-то это все в учебнике должно перейти. Ведь не бывает без прошлого будущего. Вот смотрите, это моя старая фотография. Еще с тех времен, когда еще и не было этого цифрового фотоаппарата. Но некуда было ткнуть. Вот он, королевский абрикос на сливе. Но здесь не получилось супер абрикоса. Но прошли годы. Вот смотрите, видите это самое? Это скелетная ветка. Пришла пора, несколько поколений, она умерла. Вот это, то, что вы видите, толстая ветка, это слива есть, китайская. Вот. А скелет пожила и умерла. И так до 10 попыток я сделал. Я не знал, что такое раньше. Это я изобрел позже. То, что называется наслоение ментора. Наслоение. Вот это слово. Очень важное, да? Вот. И потом, уже когда результаты пошли в других садах, везде, где разновидовые прививки люди начали использовать, мои же, а мои так вроде бы предельны. Ну как, у Людмилы 130 грамм, а? Да я не мечтал даже никогда о 130 граммах. Тем более баю, который в два раза меньше должен быть. Вы понимаете, какие перспективы открываются? Тут тебе и близкие грунтовые воды, проблемы решаются. Вот. Да, короткая жизнь, да, химера. Несколько поколений умирает. Да, химера. Химера означает где-то неполноценное, до конца неполноценное. Ну и что? Крест я там ставил. Да дай только волю Сергею Железову. Тащи его с крана. Правительство и телеграммы. Немедленно. Кто там это отвечает в Хакасии за это? Он же в Хакасии прописан. В Хакасии живет. На Саянском алюминиевом заводе. Правительство и телеграммы. Немедленно Железова снять с этого крана. Вот. Отправить в Москву командировку. Заключить договор. Дать грант 100 миллионов. И пусть работает. Вот что должно быть, потому что эти 100 миллионов вернется 100 миллиардами. А лучше еще целую команду. Елену Савинич сюда в команду, в компанию. И еще сколько наших талантливых ребят по всей стране. А кто-нибудь о них знает? Вот это навеяло фотографии. Ну и этой фотографии это 25 лет, в конце-то концов. Можно же это? Да нет, не 25. Да, судя по Дашке. 18 лет, наверное. Вот. Ну и сколько лет-то потеряно, а? Ведь тогда-то и надо было не только начать. Это мои попытки были. Тыкался вправо, влево, взад, вперед. Ой, что-то сегодня я разговорился опять. Больше эмоций, чем дел.